Поле боя в миниатюре. Танковый турнир ТТ-72 прошел в гимназии номер 49 в память 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Организатор и автор проекта – 11-летний тюменец Костя Митрофанов. Еще два месяца назад сражение на радиоуправляемых танках было лишь мечтой на бумаге. В итоге финансовую поддержку оказала партия «Единая Россия». Кроме того, Костя выиграл грант – 100 тысяч рублей на конкурсе «Моя идея». Я ничего не помню. Я когда смотрел видео, как изучал грант, я думал, я разве это делал, я разве это говорил. Очень волновался. И в итоге речь, которую я сказала, она была очень хорошая, но этих слов не было на бумаге, которая у него с собой. Друзей больше. Конечно. Сколько уже у нас человек? 200 поиграл, 200 друзей новых. 10 сентября, в день танкиста, мальчик планирует провести большой общегородской танковый турнир.